Об СТВ продовжує свій ефір. В студії Андрій Лихенків. На звістях сьогодні пан Андрій Бузаров, експерт міжнародних відносин. Ну, власне, по-перше, вітаю в нашій студії. По-друге, вітаю з поверненням з Китаю і з'їзду так партії Китаю, керівної там єдиної партії, в принципі, Китаю. А по-друге, все ж таки, по-третє, все ж таки хотілося б поговорити про ситуацію, яка склалася наразі навколо України. Сурков з Волкером знов домовились домовлятися. Вони сказали, що потрібно зустрічі зробити на регулярній основі тепер. А нещодавно була зустріч Волкера з Порошенко. Волкер артикулює нещодавні заяви, які були необхідне виведення російських військ з Донбасу для того, щоб туди могли зайти миротворці ООН і створити для цього всі передумови. Наскільки, на ваш погляд, варто очікувати того, що ці вимоги можуть бути реалізовані? Вы знаете, вот импульс, новый импульс теме Донбасса, урегулирования конфликта, я думаю, задал как раз приезд Волкера, неожиданный приезд, честно, он не анонсировался, и он приехал сюда для встречи с высшими должностными лицами Украины, реально встречался и с Парубьем, и с президентом, и, с мини, и так далее. То есть для меня даже это было неожиданностью, поскольку это была не запланированная встреча. С Сурковым у них есть какой-то план работы. И напомню, что когда они встречались в Белграде 7 октября, то фактически за день до этой встречи у нас в Верховной Раде был принят законопроект о пролонгации возможности введения закона о спецстатусе, который с очень серьезными проблемами проходил. И вы помните, какое недовольство было возле Верховной Рады. Сейчас его как бы продлили, и логично предположить, что это взаимосвязано как-то. Факт пролонгации и какие-то договоренности с Сурковым. Я думаю, что диалог, который сейчас идет с Сурковым со стороны Волкера, это, безусловно, позитив. И поддержание хоть каких-то переговорных инициатив, процессов, это однозначный позитив для Украины в том числе. Но я крайне скептически смотрю на идею, на возможности ведения миротворцев. И я убежден, что Российская Федерация на это не пойдет. Не пойдет на тех условиях, которые выгодны для Украины и которые выгодны, естественно, для Запада. То есть разместить полноценно миротворческий контингент на всей линии Донбасса, в том числе у границ Российской Федерации, и выполнить ряд других важных условий. Недавно была встреча Путина с Штайнмайером, президентом ФРГ, и Путин еще раз подтвердил, что речь о введении миротворцев может идти только тогда, когда мы вводим по линии разграничения соответствующий контингент. Я даже не могу представить, как эту инициативу вести. Вот реально. Поскольку если мы будем вводить контингент по линии разграничения, это довольно большая территория, то нужно будет разводить все равно стороны. Мы с вами были, Андрей, на линии разграничения. Мы видели с вами в территории, что в принципе невооруженным глазом видны блокпосты ДНРовцев. То есть, получается, надо будет их разводить. И россиянам нужно отводить будет, и Украине нужно будет отводить ВСУ. Это вызовет, скорее всего, резонанс в украинском обществе, поскольку часть общественности воспримет это как сдачу территорий, для того, чтобы был введен соответствующий миротворческий контингент. То есть, это реально очень сложно имплементировать, поэтому... Тим більше, якщо говоримо про заяви Путіна, да, там дуже цікаві були речі. По-перше, він говорив, що в будь-якому разі не погоджується російська сторона на те, щоб на кордон вийшли миротворці, на кордон російсько-український, власне. Тому що, як він сказав, ми дуже боїмось етнічних, насильницьких шляхів, навіть паралель з Срєбніцею проводилось, начебто те, що було на Балканах, якраз, до речі, з боку сербів, в чому звинувачували сербів. З іншого боку, він робив цікаву заяву на Валдай, де він практично відкритим текстом звинувачує Сполучені Штати Америки в повній дестабілізації міжнародної, ну, тобто те, в чому весь світ зараз західний звинувачує Росію, це в тому, що після Криму порушені всі міжнародні норми і після Другої світової війни, які введені були стандарти міжнародних стосунків, скажімо так, і документи. Путін, недовго думаючи, звинувачує у всьому Вашингтон, і він каже, що Крим і так далі, це все лише наслідок, мов, що хотіли, то і получайте. Ну, приблизно щось в цьому форматі. Чи можна говорити, що така різка риторика – це показник того, що все ж таки сторони дуже
Не знаходять поки що, скажімо так, точок дотику. Це раз. Другий момент. Західна преса ось продовжує писати. Вашингтон Пост зовсім сьогодні, здається, чи вчора написав з приводу того, що санкції продовжують діяти. Ну там підняли тему санкцій Магнітського якраз. І вони продовжують писати про те, що це необхідно, це важливо робити, і це дозволяє тиснути на Росію на нових фронтах, скажімо так. Чи можна очікувати нових санкцій? Який рівень стосунків зараз між Вашингтоном та Москвою? Прежде всего, нужно сказать, что вот эти вот связи с Хорватией, с бывшей Югославией, аналогии, вы знаете, что они некорректны. Слава Богу, в Украине нет конфликта межэтнического. И его не будет, ввиду многих причин. Так. Что касается введения новых санкций, я убежден, что они будут введены в отношении России. Новый пакет санкций, может быть, не в ближайшем месяце, но в течение года 100%, будут введены из-за провала переговоров в части введения миротворцев. Я отношусь к той группе экспертов, которые скептически смотрят на идею введения миротворцев. Да, я ее и поддержал бы, в принципе. Но я знаю, что до этого дела не дойдет. И Россия не пойдет на эти условия, которые приемлемы для США и для Украины. Тут я хочу отметить, для США и для Украины. Потому что, в принципе, по риторике немецкой стороны, я увидел, что они не возражают резко против инициативы России, российского введения миротворцев. Вот США и руководство Украины принципиально против, да, то, как Россия хочет разместить это все. Поэтому я думаю, что для США и для Украины идеи России не приняли. Следовательно, это натолкнется на что? На позицию России принципиальную тоже, что вот мы не хотим. И это, скорее всего, вынудит Европейский Союз и США к введению санкций. И следующее введение санкций, нового пакета санкций против России, будет, скорее всего, совпадать с предоставлением Украине вооружения. Вы знаете, что спикер парламента Андрей Парубий поднимал этот вопрос на встрече с Волкером. Так. И Волкер не сказал «нет». Он не сказал «да», но он не говорит «нет». Это говорит о том, что эта идея существует, и, скорее всего, ее уже поддержит Трамп. Просто вопрос, когда это нужно вести. Если сейчас США предоставят вооружение Украине, Джевелин, то, я думаю, россияне обвинят американцев в том, что вот, смотрите, предоставили, мы говорим о миротворцах, а параллельно предоставляют вооружение. То есть, скорее всего, это будет кульминацией, апофеозом провала переговоров. И тогда США введут санкции, часть какой-то санкции, пакет, я не знаю, какой именно. Может, это касаться будет «Северного потока-2», может, это будет касаться каких-то других экономических моментов, но это совпадет, скорее всего, с предоставлением Украине, может, первой партии Джевелинов, я так думаю. Но так оно просто вырисовывается. Есть другой вариант. Введение миротворцев, реально. Но юридически, экономически, политически это сделать, это очень сложно. Должен быть консенсус постоянных членов Совета Безопасности, он в том числе и Китая. Китай пока не сказал «да» или «нет» в отношении введения миротворцев. Дипломатическая пауза. Франция, может быть, не будет против, хотя она участница нормандского формата. Германия, позиция, она не постоянный член, но она тоже важна. Позиция Великобритании совпадет, скорее всего, с позицией США. США не воспримет идею России введения миротворцев, так как она это видит. Поэтому представить, что это будет, это очень сложно. І враховуючи складність процедури, і враховуючи досвід цих трьох років, що, в принципі, жодної домовленості не вдалося досягти і реалізувати якраз навколо Донбасу, жодної, навіть мінські домовленості, про які багато хто говорив, вони ж не те, що не реалізовувалися, навіть перемир'я не дотримувалися. Тобто продовжувалися будь-які хлібні, шкільні. Звісно. І тут питання виникає по поводу заявлення Волкера об виборах. Выборы это нереально без выполнения части безопасности, которую вы сказали. Как это сделать? А Волкер уверенно так об этом говорит. Это уже, по-моему, пятое или шестое заявление о том, что нужно проводить выборы. Давайте сделать. Как это возможно? Я не могу просто себе представить. На ваш погляд, насколько дієвий, до речі, механізм санкцій з боку Заходу проти, відносно економіки Росії? І наскільки це дасть додаткові козирі в політичних перемовинах, власне, економічній такий серйозний важкий? Я розглядаю санкції як наказання. Я не думаю, что это эффективный механизм с точки зрения воздействия на Россию по поводу урегулирования конфликта на Донбассе. Это не вынудит россиян пойти на уступки по Донбассу. Но это будет вынуждать пересматривать свою внешнюю политику по отношению к Украине, по отношению к странам Европейского Союза, по отношению к каким-то другим странам вообще в целом в мире. Вот как этот инструмент я воспринимаю их, но я не думаю, что россияне пойдут
на урегулювання конфлікту на Донбасі, на якісь уступки. Скажімо так, якщо чи можна розраховувати на те, що Кремль з чисто прагматичних міркувань послабить свій вплив і свою присутність на території України, коли вирішить, що це занадто дорого. Знаєте, шкурка вишеньки не варта. І, типу, ось після цього моменту нам стає зрозуміло, що краще ми переглянемо свої геополітичні амбіції, хоча б зараз, в цьому даному моменті, ніж війдемо в важку дуже економічну кризу. Чи можна говорити, що коли на шальцях терезів такі моменти з'являться, Росія може прийняти рішення про те, що все ж таки, ладно, забирайте і хоча б віддати Крим? Исключено. Исключено. При Путіні я не вижу, при нинішньому політичному руководстві, я не вижу предпосилок для того, щоб помінялась позиція Росії. Скорее всего, она будет до конца принципиальной. В случае смены руководителя Российской Федерации, я допускаю, что могут быть очень серьезные уступки. Я не намекаю на Ксению Собчак сейчас, потому что они все сейчас говорят. Но при смене руководителя я допускаю серьезные уступки по отношению к Украине, по отношению к Западу. Сейчас я предпосылок для этого не вижу. До речі, Андрію, дивіться, у нас ще хвилинка. Все ж таки, як ви ставитесь до кандидатури Ксенії Собчак і взагалі заявки на те, що вона буде приймати участь в виборах в Росії? Наскільки це принципово, на щось впливає і про що це взагалі говорить, що вона вирішила приймати участь? Я думаю, у Собчак є якісь претензії лично к Путіну. Я вижу якийсь міжлічностний конфлікт. Не тільки я, а від цього всі експерти. Отець Собчак, по суті, був учителем, скажімо так, Путіна і покровителем Путіна. Я думаю, Ксения многое знает о взаимоотношениях Путина и ее отца. И Ксения какие-то личностные претензии имеет к нынешнему руководству. Путин не может ее арестовать, он не может с ней ничего сделать. Она мне напоминает Саакашвили. То есть вот, как бы он есть в Украине и боятся его трогать. Такая ситуация с Ксенией. У нас невеличка пауза, после которой мы повертаемся до огляду международных новин и того, что касается Украины. Лишайтесь с нами.